Сегодня решили провести хорошо день. Выбор наш пал на вейкборд. Мы решили совместить и вид спорта, и локацию, и обратить внимание, как можно здесь проводить время. Были приятно удивлены тому, что очень много беседок, гамаков, спортивных площадок, волейбольные, футбольные, просто локации для загара. В общем, место приятное, люди вокруг приятные, и команда, которая это все делает, тоже невероятно приятная. Мы рады, что мы сегодня здесь, и нам очень нравится. Что хочется сказать касательно самой услуги, самого вейкборда? Это круто. Я думаю, что вейкбордингу не нужно какой-то определенной подготовки, просто нужно желание покататься на доске, нужно просто захотеть. А там вопрос времени. У кого-то это займет 15-20 минут понимания, у кого-то час, у кого-то чуть больше. Просто приезжай, пробуй. Рекомендуется, конечно, с собой взять дополнительные, да, там, плавки, белье и прочее. Вот все обмундирование, все это здесь есть под любой размер, абсолютно любая доска, любой комбинезон, плавательный жилет, все есть. Как все происходит? Вы предварительно записываетесь, приезжаете к назначенному времени, либо там заранее. Рекомендуется приехать хотя бы за полчаса для того, чтобы успеть там по свой размер подобрать доску, успеть по свой размер там подобрать костюм, переодеться. Примерно на экструнтаж время понадобится минут 10 для того, чтобы спокойно там понять, как ставить ноги, как держать саму канатку, как поворачивать. Ну, то есть определенные нюансы, на которые нужно уделить внимание и время. Ну и, собственно, получается, вы записываетесь, приезжаете, проходите инструктаж, получаете экипировку, катаетесь, получаете удовольствие. Ну, собственно, все. Потом остаетесь просто тусить. Что встаем с дивана и просто едем для себя, открываем новые места. Их, как оказалось, в Беларуси очень-очень достаточно. Наслаждайтесь, друзья!